мира! На смерть! Антону интересно, да. Ну давайте 52. Нам надо победить. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. А вот и читер, смотрите, первый читер на деревне, ребят. Да, вот вам первый читер. Кирито Кан. Да, из клана Уа. А вы мне говорите. Всем привет, ребята. Здравствуйте, с вами Братуха и игра в Robots. Вчера играл на стриме и попался один хлопец из клана Уа. Ну, не тот клан Уа, который сильно, а, видимо, подражалка какая-то. Попался с читами. Он играл взводом с неким Джокером. Парня вот этого выговорить никнейм я не могу, к сожалению. Но он... вот Джокер летает из клана Уа. Вот так его можно увидеть. Я сейчас за дублем, за кадром. У меня там просто музыка играла от Артура Донат, так что. В общем, у нас в бою первый раз, ребята, попадается читер. Этот читер, помимо того, что он попался мне, да, он еще мне написал. Я это предложу скриншот, он мне написал, что извини, братуха, что тебя побили. Но это мы потом посмотрим. Читер, короче, как, что именно у него там читерило? Читерило у него робот Арес, у которого был постоянный щит включенный, то есть его издалека нельзя было убить. Также, ну, вроде бы скажете, почему к нему нельзя подбежать, например, да, и убить? Потому что у него был второй чит на умение, это даш-прыжки, то есть у него были... Бесконечные даш-прыжки. Он взломал щит, взломал даш-прыжки и пошел, ребята, нагибать в игре. Догнать его нельзя, убить его нельзя. И он бегает, короче, маяки забирает. Ангар у него слабый, в конце увидите. И можно было бы завалить их легко. Но, к сожалению, как вы видите на лицо этого... Унылого братухи, настроения играть уже нет, но он играет до конца, видно уже, братанчик потух маленько, да, и потерял всю надежду уже на победу, думает идти биться с читом, нет, видите, там чит был, читак, и братуха решает идти набивать домашки, убегает от этого читера, тут сонных, полусонных, коцает, и в итоге надо что... как-то может за маяками сбегать. Ну, пошел братуха за маяком. Да, вот теперь братуха за маяком. Но не получится выиграть, ребят, только не в этот раз. Два человека или один у нас сразу покинул игру, да, типа говорит, что с читером буду драться. Джокер вот, пользуясь моментом, нападает на нашу базу. Но товарищ без читов, и мы его убиваем без проблем. Политика братухи всегда складывалась к наказанию читеров. Вот недавно были такие стукачи, которые говорили, надо забанить нытиков. Давали фамилии, имена, явки, полные координаты, место жительств, паспортные данные и так далее. Я на что говорю, что ребята, вы стукачи, а мне сейчас говорят в ответ, братуха, ты стукач, потому что ты этого парня сливаешь ID. Ребята, как бы вам сказать, мои дорогие, читера сдать читера, читерского игрока, это абсолютно не западло, понимаете, абсолютно. Это крыса. Вы что думаете, в каких-нибудь там тюрьмах или в каких-нибудь, например, там кораблях пиратских, да, и так далее, когда заводились крысы, вы что думаете, их... крошили сами и не сдавали ментам. Да, такое было, крошили их сами, но в основном их сдавали ментам, просили их перевести в другие отдельные камеры, понимаете, что, потому что с этими крысами жить уже как бы ужас какой-то. И здесь в данной ситуации, конечно же, у нас поражение. Я прекрасно понимаю, что надо что-то делать, но я подавлен, играет музыка.
Я захожу, выключаю звук от музыки сейчас при съемке моего же стрима. И нытики или критика, да, надо заставку стрима поменять. Такая ситуация, что я видео первый или второй раз озвучиваю после того, как я его заснял. Это вообще стрим. О, Кирита, вот я смотрю, из клана Чернигов, смотрю на Джокера. Это вроде бы Джокер у нас, айдишник. Тут еще что-то. Смотрю, почему-то музыка там закончилась, не закончилась, смотрю. Чернигов, уа, пожалуйста, украинский флаг. Вот такая вот ситуация. Человек попался с читами. Ангар, конечно же, не прокачанный. Говорит о том, что ему терять нечего. Вот. И до игрока вот такой вот. Кирита Кан. Конечно, разумеется, человек должен быть забанен. А как же иначе? Весь его аккаунт перманентно должен быть забанен. Поэтому человеку Джокеру я не знаю, что бы я сделал. Ну, сначала я думал его забанить. А теперь, в принципе, он может абсолютно не знать, что тот использовал читы. То есть, вот этот точно забанен, но этого нет. Ну, это, в принципе, всем похуй, да. Разрабы этим не занимаются. Привет, Наташ. Здесь такая вот ситуация, что я подвисаю маленько и не знаю, что мне делать. Идти на телефоне его айдишник вбивать или прямо здесь на компьютере все это делать. Ну, разумеется, сопливый братуха все время сопливится и вытеряет свои сопли. Но хочу сказать, что в оправдании братухи, он когда принимает лекарство от аллергии, сопли прекращаются. Вот такие, ребят, пироги. И сейчас я гуляю с женой и с детьми на площадке на детской. Таня пришла, тыкает меня шишкой. Да, и это. Я зависаю, копаюсь там в телефоне. Извиняйте меня, пожалуйста, ну на стриме такое бывает. Ребята там пишут, обсуждают. Вот. А потом я... Сейчас вот не знаю, какой-то промежуток времени. Пойду в саппорт на компьютере. То есть я уже буду на компьютере его писать и банить. И вернемся к этому. Ребята, а что хочу сказать? Не играйте с читами, пожалуйста. Я увижу, я буду сливать вас в саппорт. Сейчас вот я очнулся, проснулся. И думаю, так, что так, что мне делать так? В смысле, что не так с черной акулой? С черной акулой все в порядке. Да не сопливый я, так высмотрю. Согласен будет. О, как пожаловаться на нечестного игрока. Сюда, сюда и... Все. Отправил. Ну там.
Мне нужно поговорить с кем-то. Чё за бред, блядь? Какой нахуй ваш справочник, сука? Блядь, дебилы. Я просто написал. Нахуй мне это разводить? Хуйню. Ужас какой-то. В смысле, голубой мужик, чего не стоит? В смысле, видос не понравился? Марат, я не понял. Когда отправляю в саппорт его данные? Почему мне стоит? Это пример, что можно с ними сделать. Ну, я вообще, вот когда читеры вижу, я всегда отправляю в саппорт его данные. Почему мне стоит этого делать, блядь? А вы что, будете разводить читеров в игре, как тараканов? Вы чё, блядь? Малыш, я поздравляю тебя. Недавно только родила, опять беременная. Да ну, Артур, я не буду им ничего сбрасывать. Пускай сами ищут. Да, ребята, а вот теперь у нас анимешкин кун, читы на что-то. Вот такой у него аккаунт. Братуха, сорян, что на Аресе с бесконечным щитом убил тебя. Если же ты помнишь об этом, я был во взводе с Джокером. Не думали, что встретим тебя. Не думали, но придумали. И хочу вам сказать, что этот аккаунт, на котором он играл, он, в принципе-то, слабый. Да, что ему? Ему его не страшно потерять. А вот его канал, скорее всего, пропагандирует читы. Ну что ж, я против читов. Соответственно, я против этого человека. Был бы игровой ад, я бы его туда бы отправил. Спасибо всем за внимание. Не пользуйтесь читами. С вами был Братуха. Пока-пока.